Привет, друзья! Сегодня у меня кулинарный эксперимент. Мне очень сильно захотелось приготовить рыбу, но вот с гарниром я так и не определилась. Картофель или легкие овощи? Тогда мне в голову пришла эта идея. Сразу скажу, что получилось супер вкусно, полезно и ярко. Итак, нарезанный лук я отложила в сторону и подготовлю основу для гарнира. Картофель нужно нарубить крупным кубиком. Есть такая проблема. Картофель и остальные овощи имеют разное время приготовления. Плюс нежное рыбное филе готовится довольно быстро. Чуть дальше в видео я расскажу, как выровнять время приготовления всех ингредиентов. Морковь. Морковь я также нарезаю кубиком, но чуть мельче, чем картофель. Морковь, кстати, тоже готовится долго, и она составит компанию картофелю во время предварительной обработки. Сладкий красный перец. Если не любите перец, можно добавить немного брокколи или цветной капусты. Вообще, набор овощей для гарнира вариативен. Перец я также нарезала кубиком. Теперь нужно вскипятить воду, так как я собралась некоторые овощи предварительно бланшировать. Процесс простой и быстрый. Прокипячу картофель и морковь всего пару минут и откину на дуршлаг. Теперь я разогреваю на сковороде небольшое количество растительного масла и обжариваю лук до ярко выраженного золотистого цвета. Кстати, духовка уже разогревается до 200 градусов. Теперь я беру форму для запекания, выкладываю туда картофель с морковью, перец, обжаренный лук и замороженный зеленый горошек. Как видите, больше похоже даже не на гарнир, а на основу салата типа оливье. Обязательно все солю, добавляю немного универсальной приправы и все тщательно перемешиваю. Мне кажется, уже на этой стадии видно, что блюдо получится очень вкусным. Сверху я накрываю овощи филе трески. Можно использовать любую рыбу или даже тонко отбитое куриное филе. Рыбу сверху присаливаю, добавляя немного молотого черного перца и сухого тимьяна. И последний, но очень важный штрих. Раскладываю на филе кусочки сливочного масла. Оно придаст особую бархатистость всем вкусам, и филе получится нежным. Убираю блюдо в разогретую духовку на 20 минут. Посмотрите, как аппетитно выглядит блюдо. А если вам нравится это видео, поставьте лайк, чтобы его сохранить. И подпишитесь на мой канал, чтобы ваша лента стала еще вкуснее. Все овощи готовы, филе нежное и сочное. Обязательно попробуйте приготовить по этому рецепту. Приятного вам аппетита, друзья!